Наш давний подписчик заказал у нас ПК с бюджетом около 300 тысяч и говорит, можно мне, пожалуйста, чтобы в компьютере был DVD-привод? Я говорю, ну, в самом компьютере не будет, но внешний DVD-привод точно поставим. Такая вот чудесная вещь. По USB-шечке можно подключить к любой системе, и у вас, соответственно, будет возможность пользоваться дисками. Собственно говоря, люди все еще иногда ими пользуются.